Более четверти века мы жили по основному закону, который не претерпевал изменений. Но все течет, все меняется, меняется жизнь. Были успехи, были ошибки. И исходя из прожитой жизни, на сегодняшний день необходимы те изменения, которые сегодня вносятся как поправки в основной закон. И вот я целиком поддерживаю эти изменения и пойду за них голосовать. Мне очень нравится тема, что во власти должны быть патриоты нашей страны, и это правильно. А вас всех призываю не оставаться в стороне, прийти на избирательные участки и выразить свое мнение по поправкам в Конституцию нашей страны.